Также на моей улице, вот мы чуть еще прошли от 9-й авеню, и вот идем сюда в сторону Таймс-сквер, вот буквально тоже русский ресторан находится, называется «Дядя Ваня», причем написано «основан в 1992 году», то есть он в этом месте и находится. Ну и, конечно, русских ресторанов очень много в Нью-Йорке, но вот что интересно, да, что вот как бы это Манхэттен, то есть это же не Бруклин, то есть как бы, и пожалуйста, то есть это вот около ресторана лежат газеты бесплатные, русская реклама. Толщина этих тут 600 страниц просто-напросто. Ну, конечно, газет в русских очень много, то есть, я думаю, порядка 50 русских газет выходит на русском языке в Нью-Йорке. Но это вот самая такая крупная, такой монстр рекламный. То есть она выходит каждую неделю, и вот этих 600 страниц текстов, рекламных объявлений тут по всем направлениям размещается в этой газете. В принципе, Нью-Йорк — это наш русский город. То есть здесь очень много элементов русской культуры, элементов русской жизни присутствует во всех как бы географических точках Нью-Йорка. Поэтому здесь очень легко жить. Для русских это вот еще раз просто, почему Нью-Йорк, да, а не знаю, какой-нибудь город не Сан-Франциско, допустим. Сан-Франциско, да, там тоже есть русские, но здесь их намного больше.